Skyrim Anniversary Edition, дамы и господа, я все еще по-прежнему шустро. Здравствуйте, я решила ничего за кадром не делать и сразу же отправиться вместе с вами. О, прикольно. Чуваку не повезло. А сразу же отправиться вместе с вами вот сюда, вот в этот лагерючек, чтобы забрать какое-то сокровище, связанное с пиратами, ну вы помните. Надеюсь, что вы помните. А уже потом пойдем, наверное, в Воронью скалу, уже потом пойдем Форт Морозного Мотылька сдадим. Ну, вы поняли. Так, здрасте. Темный эльф, дневник коробейника. Начато не все та еда, что жуется. Понимаю. Так, ботинки Данмера нужны. Уголь. Блин, а вот уголь был не нужен. Вот он, коробейника. Поговорить с вождем Риклингов. Угу. Впервые я повстречался с этими мелкими гаденышами примерно год назад на одном из северных островов. Я предложил им кое-что на продажу в надежде, что тогда они не станут тыкать в меня копьями. Я показал им свои лучшие товары: сапфиры, серебряные подсвечники, ковер, сделанный из отличного хлопка тундры. Но все это было им не нужно. Тогда больше их заинтересовал мой ремень. Я отдал его их предводителю, молясь, чтобы после этого они передумали варить меня заживо. Но оказалось, что они собирались сварить не меня, а мой ремень. Я слыхал, что солдаты, оставшиеся без провизии, едят кожаную амуницию, чтобы выжить. Так что, если дело совсем худо, в принципе, можно и ремень сварить. Но эта мелюзга жевала его так, словно это было изысканным блюдом. Их предводитель еще и сапоги мои потребовал, чтобы бросить их в котел, потому что они тоже были кожаными. Я пытался объяснить мелким чудовищам, что вся эта моя броня сделана из шкуры нечча, что это не коровья шкура. Но похожие объяснения... Объясняться, не зная языка, трудновато, потому что они решили, что это святая реликвия, и начали ее чем-то разрисовывать. Когда они тащили мою броню в свое поселение, я пытался им объяснить, что в ней нет ничего особенного, и даже показал им наброски по изготовлению предметов из шкуры нечи. Но вождь решил, что это у меня кулинарная книга, и отобрал их. Более того, он хочет покупать у меня сырье шкуры неча, чтобы всем кланам их жрать. Теперь, чтобы эти тупые пепельные надоеды не передохли, я привожу им кожу с материка и крашу ее в лиловый с помощью сока, горноцвета и угля. Конечно, можно было бы и не трудиться и оставить их на поживах оркерам, но кое-что из этого, чем они владеют, весьма ценное. Самое главное, они об этом еще не знают. Осталось найти способ разобраться с хоркерами на этом острове, и у меня будет идеальное местечко, чтобы основать свое дело. Ну, что-то пошло не так, да, братишка? Полоски кожи. Угу. Да, что-то определенно пошло не так. Видимо, тебя сожрал хоркер. Твою мать. Да нет, отстань. Карта сокровищ, печать смерти. Хорошо. Печать смерти, собственно, сама. Что-то где-то было тут. Начата печать смерти. Труп, что ли, уплыл? Да, похоже, труп. Найди сокровище с помощью карты печати смерти. Олень отбивной, это хорошо. Народский щит. У меня такого нет в коллекции, так что.
Шлем печати смерти, водное дыхание, плюс 100 к броне при ношении полного комплекта доспехов, печать смерти. Окей. Так, а что? Это книга будет, да? Карта. Так. Получается, мы сейчас наверху. Да, блин, подожди. Есть, короче, если вдоль острова идти постоянно по кругу, то мы найдем то, что нам нужно. Лида, ты опаздываешь, меня чуть не убили. Так, хорошо. Нас где-нибудь, как-нибудь поговорить. Так. А, получить так руду нафиг. Нет, просто, короче, я поняла. Ну, надо еще очищение камней заюзать. Так, непонятно на каком. Так, этот камень очищен. Дальше нам нужно идти вниз к. Точнее, наверх к дому Мирака, да? Ну ладно. Интересно, а снег считается как бы дождем? Просто мне надо есть рыбы, которую мне надо ловить в эту погоду. Дождливую. Мне интересно. Считается или не считается. Так, в общем, будем надеяться, что я сегодня не умру от холода, как это было в прошлой серии. Ибо мне это очень сильно не понравилось. А еще и сейф похерила. Потому что я что? Правильно, молодец. Это Лида сказала или кто-то другой? Надо, короче, всех поосвобождать, потому что где-то здесь, в одном из вот этих вот... ну, вы поняли, короче, в одном из камней вот этих вот сидит чувак, который будет покупать нам клоны восточно-имперской компании. Это как бы, ну, тоже неплохо. Что их мы находить находим, а избавиться от них мы не можем. Блин, как бы мне тогда идти? Вам очень холодно. Хреново, что могу сказать. Сейчас опять начну страдать. По идее, блин, если ты бегаешь, тебе не должно быть холодно. Что такое? Ага, понял. Мне должно быть тепло. Правильно, разбегайтесь все, чтобы не умереть лишний раз. Супер. И сейчас я такие, о, что это, луркер? А, это риклинги вообще. Привет. Курбарара. Так, а тот, который... Ага, это и был вот этот. Я поняла, хорошо. Так, давайте тогда пойдем на нижний. Это, наверное, сюда. Блин, мне не нравится, что мне так холодно. Это опять закончится хреново. Будем надеяться, что мы будем как-то спускаться куда-то. С этой снежной горы. Вот здесь вроде уже снега нет, так что здесь должно быть теплее. Услышали? Мясо них с гончей. Отлично.
Я недовольная булочка. А можно мне как бы станет немножечко потеплее, нет, игра? Ну так, чисто ради прикола. Ой-ой-ой. Где камушек? О, кстати, здесь можно и с Нелотом поговорить, коль мы тут. А вот камушек. Блин, может сейчас подождем, чтобы... А, мне не стало теплее. Окей. А, не стало. Нормально. Порождение пепла. Как кто-то там сказал, да? Не-не, не уходи, не уходи, братан. Ой, ёб твою мать. Вы знаете, как больно чихать в наушниках? А я знаю. Ядрить это, когда ты зажимаешь рот руками, чтобы не чихнуть слишком громко. Ну, потому что сейчас все-таки 3 часа ночи, и когда все спят. Фу, это было очень больно. Рассказы о грибных башнях Моровинда. Не думала, что убегали бы вы все. Убежали, блин, драться, дураки. Спасибо. Разбойник-потрошитель. А то вот и стой тут на коленях. Сэром, он сэра. Пойдемте тогда сразу с Нелотом поговорим. Типа, что нам? Правда, он, по-моему, нас пошлет за черной книгой вместе с ним, да? А мы как бы не готовы к этому. Но мы можем, по крайней мере, взяться за это. Блин, я сейчас в ТСО. Вернулась в Моровинд. Случайно, на самом деле. Так, Нелот же дома? В самом центре? Вот, говорить с Нелотом. Да. И, блин. Заказ. Нет, и как же, приказ. Это круто. Это не то. Вот, это то. Как же это круто, блин. Моровинд, конечно, сделан прям очень круто. Вверх. Вух. А, нет, думал, литка упала. Так, что у тебя тут? Нормально у тебя тут. Нужен ключ. Печать смерти, падение Азидала. Это мы уже все читали. Человек с топором. Ну, звучит опасненько. Печать смерти очередная. Блин, прикольно. Так, наверное, здесь пахнет капец как хреново. Ну, все-таки как бы гриб. Живое существо. Тебе все твои пальцы нужны. Мне как раз не хватает одного для... А, неважно. Недостаточно плесени. Опять ты? Разве не тебя я видел в Вороньей скале? Говорят, ты знаешь, где найти черную книгу? Ты говоришь, мы сейчас как к дилеру пришли. Эзотерических знаний, которые разбросал по миру старый Хермеус Мора? Это как-то связано с твоими поисками Мирака? Так, у меня есть одна, но мне нужны другие. Кто такой Хермеус Мора? Если ты задаешь такие вопросы, то лучше тебе, наверное, оставить его книги кому-нибудь более мудрому. Пошел ты. Подобно всем доэдрическим принцам, он не из тех, с кем стоит шутить. Однако он куда деликатнее своих родичей, как и подобает принцу знания судьбы. Многие ученые и исследователи не смогли устоять перед искушением узнать тайны, фига, Никс Гонча что-то нашла, прикол. Хермеусу Море. Ну не волнуйся. Я не планирую присоединяться к их бесконечным поискам в бескрайних залах апокрифа.
Угу. Какое они отношение имеют к нему? А ты не знаешь? Хм. Я думал, это очевидно. Хермеус Мора всегда пытался заманить смертных к себе на службу, соблазняя их запретными знаниями. Откуда на самом деле взялись черные книги, никто не знает. Некоторые из них были написаны в далеком прошлом, другие, судя по всему, из будущего. Ясно, что если ты даэдрический принц судьбы, время для тебя довольно гибкая штука. У меня есть несколько. Правда, у меня не одна, у них две. Одна есть? И она уже прочитана, верно ведь? И не пытайся отрицать. Прочитана. Я вижу это. Опасное знание все равно знания. И они тоже полезны. Более того, по моему опыту, такие знания самые полезные. Нужно узнать, что знает Мирок. А вот это очень опасный путь. Хермеус Мора ничего не отдает даром. Ты тоже можешь кончить как Мирок, конечно. Два обезумевших от жажды могущества дракона рожденных. Очень любопытное сочетание. Так где найти книжку? О, да. Их нетрудно найти, если знаешь, где искать. У меня тут есть одна, и с ее помощью я ищу другие. Есть черная книга? Да. Я не сидел без дела, пока это крайне занимательное безумие овладевало Солстеймом. Но моя книга определенно не то, что ты ищешь. Я совершенно уверен, что она никак не связана с этим Мираком. Зато я знаю, где найти черную книгу, которая может тебе помочь. Угу. А почему твоя книга не может помочь? О, она точно никак не связана с силой, завладевшей островом. Я сейчас говорю не о Хермеусе Море. Черные книги-то все его, конечно. Нет, тебе нужна особенная книга. Именно благодаря ей Мирок обрел свои силы. Так, она здесь недалеко, в Двемерских руинах. Да, знаю. Правда, заполучить ее я не смог. Но, может быть, вместе нам удастся проникнуть в тайны Двемеров. Двемеров? Какие они... Так, какое оно имеет к этому отношение? Ну, гномы, можно сказать, специализировались на запретных знаниях, так ведь? Ты же не думаешь, что они выставляли свои секреты для общего доступа, правда? Похоже, что древние двемеры нашли эту книгу и начали изучать ее. Я нашел их читальню в развалинах Нчардака. Книга там, но она находится под защитным экраном, который мне открыть не удалось. Возможно, вместе мы все-таки сумеем добраться до книги. Так что нам в чердак. Следуй за мной. Блин, самое стрёмное, что там придется баловаться с этим. Там придется баловаться с этими ключами-головоломками двемерскими. Блин. Блин. О, черт. Опять ты? Ой, да. Ай. Ты говор... это слава богу, это можно пропустить. Бой... Опасное знание. А вот это ты тоже можешь кончить. О, да. И да, но моя... Зато интересно, а что делает его книга? Да, знаю. Ну, похоже, я... Вот так что нам в чердак. Следуй за мной. Блин, ну в чердак так... Блин, на самом деле не хочу в чердак. Ладно, что делать?
выхода особо нет. Острые кости. Как все здорово. У него здесь рядом сразу и две мирские руины, и все у него здесь есть. Жирный там. Где ты? Он как Люкан себя ведет. Комбат, он такой стоит, такой. Я прошла долгий путь, чтобы убить тебя. Ой, да ладно, что-то там прошла Тельметрина. Блин, это говно регенится. Так, что тут есть? Саркофаг активировать. И что? Посох успокоения, спасибо. Ну ладно. Уверена, что стоит до хрена. Как и все подобные пёсихи. Я просто подумала, что это тоже край карты. Мало ли, где-нибудь здесь тоже сидит что-нибудь из этого. Из него поняли. Букера? Ух ты. А это адекватно? Это факт, что они здесь. Блин, его должно сюда примывать, а не отмывать. Где он? Вот он. Так. Ну, скоро нечего. Лучше сейвануться, а то мало ли я где-нибудь опять оступлюсь. Здесь, по-моему, разбойники будут сидеть, да? А, вот он, я вот. А не, вот спокойненько идет, он даже не бежит. Просто чувак на чили на расслабоне. Кто-кто, а Двемеры умели строить на века. Эти башни пережили своих создателей на тысячелетия. Это точно. Ну, чердак. Красиво здесь. Больно. Сука! Как меня бесит эти маги. Как меня бесит этот камень ученика.
Ёпта, сука. Мне бесит маги. Маги говножопа. Говножопы маги. Ну, сядь. Книга находится под этим кубом. Мне нужно открыть дверь. Давай этим займемся. Минус один. Минус два. Богу. Сейчас уже будет, наверное, не особо страшно. Если нет мага, все остальное как бы на пофигу просто. А, это Лида. Вырубите Friendly Fire, пожалуйста. Может быть, теперь мы наконец-то займемся тем, ради чего пришли. Ой, 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 ой. Разбойник, главарь. Зелье магии — это вкусно. Зелье магии — это нужно. Черная картошка. Вот это можно сожрать. Ну, давай, открывай. А, еще здесь. Вошкаться, не вошкаться, не перевошкаться. Да, вот эти вот дурацкие головоломки. Книга там в читальном зале. Восстановить подачу пара к двемерскому читальному залу. Так соблазнительно близко. Но поверьте мне, нет такой магии, чтобы это открыть. Если бы можно было, книга была бы уже у меня. Нет, нам придется пойти обходным путем. Если нам удастся восстановить подачу пара в эту комнату, я смогу добраться до книги, уверен. Как видишь, это проще сказать, чем сделать. Котлы вон там. За мной! Не-не-не-не-не-не. Ты идешь? Блин, опять с этой откачкой водой. Ух. Блин, так прикольно, все работает. Чердак.
мое время здесь был крупнейший и, возможно, самый полный из великих темерских архивов. В древних легендах говорится, что когда норды попытались захватить город, темеры затопили его и держали его под водой, пока завоеватели не отступили. Круто. Лично я в этом сомневаюсь. Но город был чудом двемерского инженерного искусства. А теперь вот что осталось. Можно видеть, большая часть нижних уровней города затоплена. Но надежда есть. Старые двемерские насосы, похоже, работают. Смотри. Где? Куда? А? Они выключены, но ими можно управлять с помощью кубов. Так что, если мы найдем еще 4 куба, то сможем включить котлы и возобновить подачу пара в комнату наверху. И тогда я сумею открыть защитный чехол книги. Ну, пойдем в мастерскую. О, кубик. Блин, зачем я это взяла? Полностью собрать автоматон за один день. Большая часть Веверской армии в битве Прекрасной горе, наверное, была отсюда. Не знаю, на всякий случай, почему-то мне кажется, что все может пойти по жопе. Двигаться дальше, нам придется как-то понизить уровень воды. Здесь есть дверь. Вроде как все, да? Это что сейчас за крик был? Это он упал или что? А здесь мне нужно опять повысить уровень воды, да? Блин, ну хреново, что сказать. Значит, мне не сюда. Так, а эта лестница типа должна подняться. Блин, что так сложно, мать? Я же говорю, один из них проснулся. Стоял еще, главное, под водой. Так, мне надо.
надо туда затопить, да? Что меня бьет? Что? Ни хрена. Так, лучше сейф. Нахер. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Это мы знаем. Соответствующий насос, тем самым повышая уровень воды. Нужно быть осторожным. Так наоборот, нам это сейчас и надо. Эть и эть. Да ёб моё. Сюда. Итого у нас уже 3 кубика. Ай-яй-яй. Эта штука была опасная, и я зря не среагировала на нее. Она реально была опасная. Но я что-то уже потом об этом подумала. А что ты так быстро умер?
Так, забираем кубик. Очень хорошо. По моим подсчетам, мы в общей сложности нашли 4 куба. Если, конечно, по твоей милости, ничего не потеряно. Я тебе сейчас стрелу в задницу пущу. Это тот самый, кстати, куб, да, понятно. Это тот самый куб, который мы нашли с ловушками. Так. Отсусите воду, пожалуйста. Пафосный. Бля, какой. Так, хорошо. Да, но здесь еще 4. А, здесь нет. Здесь есть еще 2, да? Нам туда? Блин, чувак, я же не шарю. Там он сидит, этот автоматон, или как его зовут. Балыста. Что это тут у нас? Ну что же, никого тут нет. Акведук. Ну, видимо, нам нужны еще кубы. Последний куб где-то здесь. Надеюсь, не придется больше не вам сходить. А мне кажется, придется. Что у нас здесь? Ой. Я думаю, где-то здесь. 20? 17. Должен включаться носок. Но как туда добраться? Нужно опустить все 3 моста, чтобы добраться до устройства управления насосом. Ну вот, только больше ничего не трогай. А теперь скорее. Так. А теперь сейф. Он не прячется. Пустяки для моей магии. Так, а дальше что? А дальше сюда, хорошо. Угу. Угу. У меня есть идея. Я подожду здесь и выну этот куб, как только ты найдешь последний. Удачи. Удачи. Так, нам куда? Туда? Да, нам сюда. Хорошо. Это
стоит сейва. Блин, мы хотим спать уже потихоньку, как бы. Угу. Буль-буль-буль. Куб найден? Да. Отлично, отлично. Тогда я возьму этот, и можно двигаться дальше. Давай. А нам куда мне? Куда? К тебе туда? Осторожно. Оба насоса отключены, и вода поднимается все выше. А вот там что? Оказалось проще, чем я ожидал. Хорошо, что ты здесь, и вся тяжелая работа на тебе. Вместе с кубом, который я вынул, у нас их теперь должно быть 5. Ровно столько, сколько нужно. Теперь, наконец, можно попробовать запустить котлы. Ну, пойдем. Блин, нам сюда. Где здесь, в этом замечательном городе, хоть какая-нибудь кровать? Ну так, чисто ради ролпола. Так, эч. Угу. В таких маленьких ножниках. Я хотела уже сказать, камон, игра. Это же новичок. Как оно может так лагать? Так это, не лагать. Так это. Так, что мне нужно? Мне нужно вот этот. Вот этот. Чтобы запустить котлы, понадобится путь, который я подобрал. Ну и в чем проблема? Вот. Я захватил для тебя этот куб. Может, займемся этим? Нет, этим мы не займемся, отвечаю. Надо запустить 4 котла. Да, наверху мы сможем открыть защитный чехол книги. Ну, так мы же все сделали. Все кубики пашут. Нет, у нас есть кубы, нужные для запуска котлов. Давай не будем терять времени. Тихо. Отлично. Я поднимусь наверх и проверю, поступает ли читальный пар. Если да, то заключить кубар опустяком.
Куда ты без меня побежал? Маленький темнорасовый друг. Я без тебя могу посмотреть, что там. Пойдешь на следующем. Острое перо. Надеюсь, дело того стоит. Прошу, наслаждайся. Не забудь передать Хермиусу море привет от меня, да? Вы видели там глаз? Обалдеть. Все? Глава 2, понятно. Психоделически. Полбоите. Замечательно. А, это мы уже сделали, все, поняла. Так, подожди, надо сначала Луркера залутать, где бы он ни был. Воздействие древних свитков. Шестая есть. Краткая история Моровинда. А вот он, Луркер. Блин, мне очень плохо, потому что мне бы поспать.
Глава 3. Да ё-моё. Приветики, пистолетики. Чё вы тут делаете? Тоже источник магии. Ну, пока мне не особо поможет. Как красиво. Да блин, ты можешь нормально встать? Ты издеваешься? Да ты издеваешься? Прекрати ходить. Ты издеваешься? Как ты меня заметил? Ты куда? Дурень. Сюда? Оу, что? Там еще искатель подключился. А он еще собака делится. Нет, это прекрасный шанс. Поэтовать, как называется, поучить стрельбу, там все дела. Ну, сука, это долго и воняет. Я не хочу к нему идти лицом к лицу, вот вообще. Я неправильно вижу. Блин, там искатели расплодились. Блин, то ты ходишь сюда, то ты не ходишь сюда. Ты задолбал, слышь, хорош прятаться.
Пожалуйста, иди сюда. Пожалуйста, выйди. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, куда я пошел? Все, остался только это, правильно? Блин, у меня все очень плохо с магией. Это прискорбно. Потому что я очень сильно устала. А как он здесь оказался? Можно вопрос? Ладно, неважно, я не очень хочу это знать. Поэтому, мне кажется, все-таки лучше и с луком ходить, потому что все плохо с магией. Ой, привет. Сохранялась я или нет? Так, ну красная книга загадок, это мы уже читали. Это уже неинтересно. Претендент? Претендент на что, блин, на смерть? Ай-яй-яй. Еще один этаж.
Угу. Глава 3. Это мне не надо. Это мы уже выполнили. Рецепт в кузне Атронаха. Красиво, шо пипец. Здравствуйте. Все искатели знаний приходят ко мне рано или поздно. Я как раз ухожу. Нет, пока нет. Я с интересом следил за тем, как ты идешь по моему царству. Ты ступаешь по следам моего слуги Мирака. Как и он, ты из драконорожденных и хочешь достичь могущества, принадлежащего тебе по праву рождения. Да, мне нужна тайна Мирака. Всему, что он знает, он научился от меня. Я знаю, чего ты хочешь. Использовать силу дракона рожденного, чтобы подчинить мир своей воле. В таком случае, вот знания, которые тебе нужны. Хотя ты и не представляешь, что именно тебе нужно. Второе слово силы. Используй его, чтобы подчинить волю смертных своим целям. Но этого мало. Мирак знает последнее слово силы. Без него не стоит и надеяться одолеть его. Мирак хорошо служил мне и получил награду. Я могу даровать и тебе ту же силу, что и ему. Но любое знание имеет свою цену. Например? Какова цена за последнее слово? О, разве Мирак не твой союзник? Зачем тебе помогать? Он служил мне долго и преданно. Но становится слишком неугомонным. Его желание вернуться в ваш мир распространит мое влияние. Но в то же время он освободится от моего прямого контроля. Возможно, настало время заменить его на более преданного слугу. Того, который оценит предлагаемые мною дары. Угу. Почему? Чтобы победить, мне нужно последнее слово. Чтобы дракона приручить, да? Даже драконы подчиняются голосу Мирака. Без этой силы тебе не справиться с ним. Так говорю я, Хермеус Мора, вершитель судеб. Ну, что ты хочешь? Знание за знание. А, он хочет Скаала, да? Скаалы скрывают от меня свои тайны много лет. Пришло время добавить их знания в мою библиотеку. Я знаю, что ты это сделаешь, и тогда я дам тебе знания, которые ты ищешь. Отправь ко мне шамана Скаалов. Он хранит тайны, которые должны стать моими. А бафа не будет? Будет. Так, сила драконорожденного. Ваш крик безжалостной силы наносит больше урона и может дезинтегрировать врага. А, пламя драконорожденного. Мороз. Тогда сила. Ну, вкус рудо как бы использует. Что произошло?
как это было. Разные люди при чтении этих книг переживали разные вещи. Мы говорили с Хермиусом Моррой. И как ни странно, на вид ты все еще в своем уме. И что же он сказал? Наверное, чего-то от тебя хотел. Он хочет узнать тайны скалов, а взамен научит меня третьему слову. А, какие такие тайны они могут скрывать от старого Моры? Да, вот это будет сделка. Хермеус Мора узнает потрясающий новый способ освежевать Хоркина. А ты станешь вторым, самым могущественным драконорожденным из всех когда-либо живших. Да, тут есть над чем подумать. Мне нужно вернуться в Тельметрик. У меня есть кое-какие идеи, как найти еще черные книги. Mm-hmm. Слушайте, ну на самом деле даже то, что если учесть, что мы здесь пробовали больше часа в Тельметрине. Так, владельцам с поселением способны что-то там, и я не... По-моему, это так задумано, я не помню. Да. По-моему, он всегда нападает. Нахер ты свою эту шапку на убой прислал? А душу он заберет или мы? Слушайте, по-моему, нам этого. Да, я. По-моему, нам этого дракона все-таки дают, чтобы мы, типа, знаете, без этого не остались. Нам же, типа, второе слово дали, да. А Мирак у нас все остальные души забирает. Магия. Клики. Подчинение воли. Угу. Ну, у нас души в запасе, я сюда, естественно, не пришла без ничего, поэтому хоть какой-то запас я имею. Я могу здесь поспать, пожалуйста, да, отлично. Надо было сразу это сделать, я что-то об этом не подумала. Еще. Отлично. Теперь мы чувствуем себя лучше. Это замечательно. Так. По-хорошему нам бы завершать серию, но... там скалы, а мне надо в Воронью скалу, потому что поговорить со Стормом, поговорить с вождем Риклингов. Вот это. И вот это. И, наверное, кстати, Ралис должен уже нас как-то захотеть... Блин, я хотела сказать слово «поиметь», но, в принципе, он этим и занимается, отчасти говоря. Имеет нас на деньги. Ну, что он делает? Так, айда. Потому что если я без вас это сделаю, я вообще это не сделаю. Так что лучше я задержу немножко серию, но со всеми поговорю. Блин, и какой квест открывает нам эту? Нам дом в Вороньей скале. Он же, по-моему, сам один из самых стоковых. Вообще не помню. Хоть убей, не помню. И что-то еще хотела я. А вот что, я не помню. Ну, это типикал Маша, так что нормально. Эка тут что за домик? Старый торговый пост. Ну, здесь точно будет этот амулет. Но останавливаться не буду, если что, потом забегу. Кагрумес. Кстати, да-да-да, это то самое место, в котором мы можем это...
Мы уже нашли камень Кагрумес, там будет черный лук Двемеров, нам он тоже обязательно нужен. Нам нужен, чтобы у меня же есть на полочке место для таких вещей в доме. Так что оно мне надо, да. Да-да-да. Что-то еще мне, правда, надо, я не помню, что. Слушайте, ну тут на самом деле есть чем заняться. Заброшенный постоялый двор. Прикольно. А еще мне нужно сделать задание, которое было, собственно, с DLC. Нет, наоборот, с Anniversary Edition. По-моему, про два меча, если я не ошибаюсь. Аф-аф. В смысле, аф-аф. Собака? Здесь? Ладно, ладно, я что? Я не буду париться. Разрыв пеплопада? Окей. Не заталкивай меня сюда, я не хочу сюда. Мне надо в Воронью скалу. Так, а сюда мне зачем? А, поговорить с этим. Только не говори мне, что ты не в Вороньей скале. Все, Какие новости из форта Морозного Мотылька? Твой дружок-пирожок умер. Я подозревал, что он нежить. А как еще человек может прожить больше 200 лет? Какой ужас. Столько легенд ходит о подвигах генерала Кария. Говорят даже, что Воронью скалу он основал. Он больше не будет посылать порождение пепла в Воронью скалу. Советник Марвейн велел отдать это тебе, если вернешься. А тебе еще удалось избавиться от генерала Кария. Это лучше солдатского заработка. Так что скажи спасибо. 10 000 монет? Прошу прощения, но второй советник Арану послал меня за тобой. Он сказал, что дело очень срочное. Что случилось? Он просто попросил найти тебя и прислать к нему. Слушай, это важно. Даже важнее, чем уничтожение порождений пепла. Пожалуйста, как можно скорее поговори со вторым советником. Вот, по-моему, вот этот квест, он как раз-таки по поводу дома. Я вспомнила. Но мы сейчас очистим вот эту вот хню. И сегодня будем заканчивать. У нас же получается сколько осталось камней? Один или два? Не помню. Я могу их полечить? Все, все побежали. У всех дела. Где Луркер? Там еще один Луркер, что ли? Разбойник против кого? Это кто? Ну, я думаю, пусть сами разбираются.
класса загорелся аппетит. Да. О, нордский амулет истинного здоровья. Красиво выглядит. Начато нордские драгоценности. Нордское кольцо истинного запаса сил. Прочти свидетельство о подлинности. Увеличивает магию на 50 единиц. А где это надо прочитать? Слушай, я, наверное, хочу вот этот обруч носить. Говорят, что торговцы иногда пойдут на кальций для драгоценности и солнца, им надо узнать, что у них есть. Я тебе голову сниму! Так, а где это вообще делается? Так, у нас остался еще один камень, до которого мы даже не дошли. У меня вопрос. В заброшенных домах ночевать нельзя. Мне интересно, зачем Мирак заставлял нас... Ну, я же не дура, правильно? У него ничего нет. Боюсь, ответ будет сложнее, чем... Прочитать что? Прочесть свидетельство о подлинности. А где мне его... Где мне его взять? Ладно, я вот... Знаете что, даже я вот здесь вот сделаю сейф полный... Новый сейф. Чтобы, если что, мне вдруг придется откатываться, чтобы я знала, куда мне откатываться. Хорошо. И что еще? Так, значит, туда у нас находится последний камушек. Ладно. А еще нас ждет поговорить с советником, да? Месть не терпит суеты. Да. Туда мы пойдем обязательно, но уже в следующей серии. В этой серии... О, слушай. Ну, сам Бог велел. Давай поболтаем. Рад тебя видеть. Спасибо за визит. Тебе удалось много сделать для Вороньей скалы, и я меньше всего хотел бы обращаться к тебе с новыми просьбами. Но риск слишком велик. Советника Марвейна хотят убить. Почему? У Лены семейство из дома Хлаалу, конкурирующего великого дома, поклялись убить советника. Почему? Это личное дело. Скажем просто, что они хотят отомстить за родича, который был казнен по приказу советника Марвейна. Проблема в том, что у меня нет веских улик, подтверждающих, что кто-то из дома Хлаалу скрывается среди нас. Только подозрения. Угу. Окей. Может, основания и есть, но другие их не видят. Советник Марвейн считает, что у меня паранойя. И я боюсь, что однажды утром проснусь и обнаружу его мертвым. Не хочу, чтобы до этого дошло. Давай разберемся. Именно. Мои источники сообщают, что, возможно, родичи у Лена, представители дома Хлау, уже в Вороньей скале. Почему ничего не предприняли? Воронья скала – маленькое поселение. Здесь трудно сохранить что-то в секрете. Если кто-то из них действительно из дома Хлаалу, им будет известно о каждом моем шаге. Чем помочь? Я знал, что ты захочешь меня выслушать. Я попрошу тебя быть моими глазами и ушами. Обыщи Воронью скалу и посмотри, не сможешь ли ты вычислить, кто эти изменники. Лучше всего начать с разговора с Гелдисом Садри в клубе «Пьяный Нетч». Если он сообщит что-нибудь интересное, сперва проверь, а потом уж иди с этим ко мне. У меня нет права на ошибку. Угу. Окей, ладно, это все. Не беспокойся. Гелдису можно доверять. Это все уже такое. Но этим мы будем заниматься уже в следующей серии, так что здесь мы получим в любом случае дом, и нам будет хорошо. Кстати, ты же работаешь. Кловер Мэлори, погляди. Ты же работаешь. Так, к сожалению, у нас нет с ним какого. Нордский щит, это мне надо. Перчатки, это мне надо. Блин, да мне все надо. К сожалению, у нас с ним нету. Вот это забери.
разговора о том, что он из гильдии, ну вы поняли какой? Тащи сюда оружие и доспехи. Починю. Потому что мы в этой гильдии не состоим. Сер, если потребуется лекарство, обратись к моей жене, Милоре. Как проголодаешься, заходи. Смотри, моя жизнь изменилась. И все благодаря тебе. Почему тебе надо жалеть? Разве не все жалеют тех, кто потерял надежды? Посмотри на меня. Я не лучше нищенки. Раньше я была шахтером. И хорошим шахтером. За месяц в шахте я зарабатывала больше, чем некоторые люди за всю жизнь. А когда шахта истощилась, я пропала. Ничего другого я делать не умею. Так что все время провожу в пьяном нетче. Пропиваю свои денежки. По крайней мере, раньше так было. А что случилось? Этот мерзавец Гелдис меня туда больше не пускает. Говорит, я клиентов распугиваю. Если я хочу потратить последние деньги на выпивку, это мое дело. А ему какая забота? Ну, давай поговорим. Можешь попробовать. Если уговоришь этого упрямого осла пустить меня обратно в нетче, уж я тебя отплачу. Лучше не бывает. На открытых вновь участках оказались огромные залежи эбонита. У старого Кресция нюх. Он уж точно знает, где копать. Если бы они тогда, много лет назад, его послушали, город бы не захерел. Если так и дальше пойдет, у меня уже через пару месяцев будет крыша над головой. Забавно, да? Только то... Возможно, одной просьбы будет мало, чтобы заставить Гелдиса... Все начинает налаживаться, жизнь возвращается. Возможно, я тут и задержусь. Лучше спроси, чего у меня нельзя купить. Ну, кроме оружия, зелий и брони. Большую часть товара поставляет мне Гьялунд из порта, а остальное я вымениваю. По-моему, это этот чувак. Да, еще Гловер Мэлори иногда заходит. Обычно приносит такие интересные вещи, что просто невозможно отказаться. Плоп. Я уже подумываю написать друзьям в Восточном... О, конечно, да, это они. По правде говоря, я несколько раз общался с самой Викторией Вичи. Если ты не знаешь, она управляет конторой Восточно-Имперской компании в Солитьюге. Если ты не знаешь, она мертва от моей руки. Тьфу на тебя. Ты прямо как местные. Попомни мои слова. Восточная Имперская компания вернется в Воронью скалу, и тогда я буду кум-королю. Угу. Вроде интересно, только сколько понадобится времени? Шахтерский инструмент? Нет. Такие амулеты. Их делали специально. Одно время они рас... Теперь их больше не делают. Это вот. Редко. Так. Вот бы все чужестранцы были такие молодцы. Держи свои деньги. Если принесешь мне еще, я тебе и за них заплачу. 1000 за 2 кулона. Найс. Да вот, погляди. Типа, not bad. На Ревару Красной Горы. Ладно, хорошо. Вот сейчас, в любом случае, я остановлюсь именно здесь. Деньги-то мне уже на самом деле-то и не нужны. Благодаря тебе в мою жизнь вернулся смысл. Не, благодаря мне ты просто вернулся домой, не более того. Так, железное. Железо, да. Это да. Ну, господи, я испугалась, что я сделала что-то не то. Вот это сделаем так, и все. Вот теперь точно все. Увидимся в следующей серии. Всех люблю, всех целую. Увидимся завтра. Пока-пока.